каждого полка. Это лучше, можно сказать, лучше, что есть мировой музыкальной литературы. Она, конечно, очень патриотическая. И хотелось бы, чтобы она появилась и в школах, и чтобы наши мальчики пели, знали. Чтобы воспитывались наше молодое поколение на этом, воспитывалось именно на такой литературе, искусстве. Да, спасибо. Посмотрите, пожалуйста, вот этот сборник. Здесь покажите, что вы покажете. Какой сегодня? Вы не забудьте. Да. А мы вот сюда вам не положите. Не забудьте. Сейчас. Да. И что я вам хотел сказать? Здесь замечательные пьесы Дольги, Портнова, Петрова. Ну, посмертные, конечно. А Долго сюда специально. Их вообще 5 сборников. Вот они все, музыка композиторов России. Все они выставлены. И здесь музыка прекрасная. Замечательная музыка, выдающаяся музыка. Здравствуйте, поздравляем вас с проведением этой грандиозной выставки. Спасибо, мы видим, Господи. Какой замечательный у вас стенд. Вот, и вот сейчас Великий пост идет. Вот, очень важно как раз, что во время Великого поста такие замечательные книги вы выставили. Спасибо. Вот, это мы считаем способствует как раз и духовному возрождению, и нравственному, и культурному. Необходимо считать такие обязательно замечательные книги, которые вот на вашем стенде, на других стендах. И вчера вот прекрасно открывал выставку университетский патриарх Московский Сеарусий Кирилл Тиславинский. И вот и Медведев всегда говорит о важности возрождения духовного. И Путин тоже. Скажите, пожалуйста, несколько, насколько важно вот сегодня проведение таких вот форумов грандиозных? Вы знаете, у нас одно из самых больших издательств Москвы. Очень топ. И у нас вот нет Да нет, я в сторону пошла, ладно? Святая вещь. Да. Мы издаем дневники и Анна Кронштадтская. Анна Кронштадтская, да, и дневники. Дневники, это наш очень дом издаем. Это вообще потрясающая вещь. Дневники. А у нас по большинству молитве это уже назвали книгой Евпеева. Уже назвали То есть вот такие книги Ферфан Затворник. Ферфан Затворник тоже, да? Ферфан Затворник. Будьте любезны, да, это снимем. Да, вы понимаете, Затворник. У нас духовные, видите, называется серия. У нас Иоанн Златоуст. Сообщение. Да, это серия. У нас, посмотрите, какие книжки, это нашего издательства. Поэтому, во-первых, качество обязательно. У нас директор, вот, издатель Шкатов Михаил Евгеньевич, он просто вот человек,